танго, это танго, танго. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами находимся в Херсонском аграрном университете. Так он называется с 1998 года. До этого он назывался Херсонский сельхозинститут. А основан он в 1878 году. Сейчас как раз тут работает приемная комиссия. Вот как раз в это время у нас идет набор студентов. Сейчас, конечно, это все платно, в основном бюджетников очень мало. А раньше, когда это был сельхозинститут, там здесь учились представители всех братских республик. И одному из таких людей я специально для него делаю этот ролик, потому что для него это место очень дорого. Я хочу его порадовать. Привет, Вазибаржан! Надеюсь, что мои труды вы оцените. Вот сейчас мы только зашли, вот сели на лавочку. А вообще, сейчас пройдемся и по парку, пойдем туда и стадион поснимаем. Надеюсь, мое видео вам навеет воспоминания. Ведь студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни человека. Так что... смотрите, вспоминайте, ностальгируйте. Надеюсь, ностальгия посетит вас.
Смотрите, ребята, словно осень наступила. А еще, в принципе, начало, середина, вернее, сегодня 15 июля. А вот уже деревья облетают, словно осень. Это в этом парке по молодости лет мы тоже очень много времени проводила. Нравился мне этот парк всегда. Я тут неподалеку работала. Кто следит за моими роликами, тот знает. И очень часто мы сюда приходили просто погулять, посидеть, отдохнуть. Хорошее место, тихое такое. А там улица Комкова. Магазинчик. Здание общежития сельхозинститута. Вот оно выходит как раз на улицу Комкова. Сейчас ее переименовали, я не помню, как она называется. Но вот это, по-моему, общежитие. Ну и сейчас на сайте я посмотрела, что студентов обеспечивают общежитие. То есть иногородние или там села без проблем поселиться в общежитие. Очень красивый сквер. Ну тут же ж профессионалы работают. Да. Поэтому. Агрономы будущее. И не только. Тут, кстати, экологи учатся. О, и рыбного хозяйства, и сельхозхозяйства, и гидромелиорации. Тут очень много факультетов. Да. Тут такое развитое. Просто у нас сельское хозяйство сейчас. Сельское хозяйство в занепаде. Как это по-русски? Запущено. Запущено, да. А вообще это труды студентов всех годов. Этот парк, да. Этот парк. Просто немножко обветшало. Видите, дорожки такие уже потресканные. Ну, в этом институте не выпускают этих
университет не выпускает дворников, понимаете, которые сейчас требуются с дипломами до 25 лет, не менее чем 10 лет стажа, опыта. Я хочу сказать, сейчас вот у меня у знакомой учится здесь дочка, она уже заканчивает. На кого? Она учится на эколога, по-моему. Или консервной промышленности. Ну, короче, я не буду утверждать. Ну, она... Ну, это никому ничего не говорит. Да. Но я хочу сказать, что она учится только для галочки, для высшего образования. Ну, то есть дворник с высшим образованием. По сути, она по этой профессии работать не будет. И даже не потому, что она не хочет, даже негде. Такие здесь... Ну, вот смотри, тропинки интересные. У нас есть люди, которые получили высшее образование, ну, не в сельхозинституте, а в музыкальной школе, там, в музыкальном институте. Ну, такое, скажем так, класс пианино, дудка там или еще что, но они реально поэтому работать не будут. Ну, высшее образование считается. Я бы не считал это высшим образованием. Дудка. Музыкальное образование, дудка. Ну, флейта, я говорю. Ну, флейта. А это в жизни пригодится, когда замуж выйдет. Мужу будет песни петь. Угу. Под флейту. Под флейту, да. Или под флейту. Так, иди не умничай. Поспиливали. Да, почему-то смотрю, много этих пеньков торчит. Много деревьев поспиливали. Я даже не знаю, для какой цели и что это за деревья были. Возможно, это больные деревья, а возможно, старые какие-то аварийные. А может, это больные пили. Так и может быть. Но факт тому, что много деревьев, прям пеньки вон торчат. Сейчас покажу. Смотри. Вон пеньки торчат. Старые, а вот и свежие. Да, ну видно, что свежие. Вот, видите, один пенек. Это походу как акация, похоже на акацию. Вон второй пенек. Это вроде как акация. И там много пеньков торчит. А покажи он с бывших времен. Привет, он видишь? Фонарик, посмотри. А, привет из СССР. Вон фонарик такой висит, видите? Так, срочно декоммунизировать. А, деревья, наверное, там прикасались коммунисты, это не декоммунизируют их каким-то образом. Здесь, ребята, внутри парка есть такая стела. Студентам и сотрудникам института, погибших в боях за нашу родину. Немножко, конечно, как-то оно выглядит неухоженно, но тем не менее, слава Богу, что целое стоит. Здесь даже есть фамилии. Вот. Звезда. Как этот орден называется? Орден Великой Отечественной. Орден Отечественной войны. Отечественной войны, да. Вот он. А тут остался какой-то пьедестал. Видимо, тут Ленин стоял. Наверное, его декоммунизировали. Я точно не помню. Ну, пенек остался. Как и пеньки от деревьев, вот пенек. Да. А вот там, посмотрите, скворечники. Это, смеется муж говорит, это факультет куроводов. Поставил. Ну, интересно сделали. Молодцы. Интересно сделали. Правда, я не вижу там подножки для птичек, чтобы они сидели. Ну, это китайский вариант. И с другой стороны, кстати, вот его не видно за деревом, там тоже такой же стоит. А ну напомните, что кто на этом пьедестале находился? Thank you.
агрономов. Капуста на закуску. Ну, может, кто-то и закусывает. А вот эти, кстати, в горшках растут. Да, это я забыла, как оно называется. У меня когда-то был такой цветок. Он однолетний. Вон капуста какая. А? Тут агрономы изощряются. Да, там куроведческий факультет. Куровед. А куроводы. Ну чего ты? Чего ты нервничаешь? Чего? Ну, Саня, ты чё? Это Сайра. Сайра! Тебя так зовут, а что ж тебе такое имя-то дали? Сайра! Молодец, защищай свою территорию, молодец. А ты чё? Ну, не страшно. А? Разорвался. Надеюсь, что это не на опытах у студентов. Как тебя зовут, а? Хороший. Ты, смотрю, такой упитанный мальчик. А вот еще одна. Боже, какие у тебя краски. Какие у тебя краски красивые. Красавчик. Ой, красавчик. Молодчак. Вы охранники, да? Охранники.